Друзья, всем привет-привет! Котенька, с кем мы сегодня воевали? С пиратами. Правильно, с пиратами. И что вы сделали? Захватили. Корабль. Какой? Пиратский. Правильно, захватили пиратский корабль. Полный, забитый сокровищами, да? Угу. Вот. И даже взяли в плен пиратов. Покажем, каких пиратов мы взяли в плен. За штурвалом корабля сидит пират. И не простой пират, да? Это же Джек Воробей. Золотой. Ты видишь, какой он золотой? Вот такой вот у нас пират корабля. Так что, получается, мы с тобой взяли в плен черную жемчужину? Котика, давайте посмотрим, кто у нас сидит на носу у корабля. Это же капитан Барбосса. Посмотри, у него вместо ноги что, Котя? Палка. Палка, да. Вот такой. Потерял ногу свою. Этот пират очень любит золото. Котенька, посмотри, какой пират стоит за спиной Барбоссы. Это же пират-призрак. Ты видишь, какого он зеленого цвета? Он стоит на пиратской коробке в сундуке и охраняет что-то. И на самом верху корабля, на мачте, сидит сам Салазар, капитан. Вот он, с мечом в руке. Такой суровый вид у него. Получается, мы взяли в плен самых опасных пиратов всех времен. Представляешь, Котя? На одном корабле они все попались нам. Мы с котиком заключили всех пиратов под стражу до выяснения обстоятельств. Готовы сложить оружие, да, Котя? И наконец-то приступить к осмотру корабля. Давай начнем по порядку? Да. Ну что, на носу корабля, да, у нас пират-призрак охранял какой-то сундук. Что-то там, наверное, лежит очень важное. Давай смотреть. Вот этот сундук? Да, открывай его. Это у нас такая вот коробочка. Да? Пираты Карибского моря с фигурками. В каждой такой коробочке одна фигурка. Кто там? Там тоже пират какой-то, да? Там маленький меч. С маленьким мечом? Ага, а ты открыть его сможешь? Там маленький, а ты... Я вижу. Вот. Что там... это за пират такой? Дашь посмотреть? Маленький, да. И это у нас фигурка. Это Джек Воробей в молодости. Представляешь, вот этот золотой пират, который у тебя есть, вот это он в молодости. Джек Воробей. Вот такой с кинжальчиком в руках, с красной повязкой. Давай изучать корабль дальше. Что у нас вот здесь? На мачте ничего нет. Это верхняя палуба корабля. У нас тоже тут ничего нет. Просто по углам раскиданы золотые монеты. Так, что у нас на нижней палубе? Есть что-то у нас? Есть. А, да, тоже есть у нас. Вот какая такая же коробочка получается, да? Что там у нас? Осьминог. Это кракен. Это кракен. Это чудовище, у него есть имя. Его зовут Кракен. Страшный, с зубами. О. Ох ты, какой кракен. Котя страшный? Нет. Нет? Я думаю, если с таким встретиться в море, не позавидуешь, наверное. Кракен. Котя, глянь, у него выражение лица страшное. Такие щупальца. И цвет у него такой фиолетовый. Ну, такой вот кракен. Этот кракен, этого кракена можно увидеть в одних из фильмов. Про пиратов Карибского моря. Так, ну что, два сокровища мы нашли. Что у нас осталось? У нас осталась каюта капитана еще. Вот так, открываем. Вот у нас каюта капитана. У нее есть дверь, она открывается. Ой, Котя, там тоже что-то есть. Доставай. Вся каюта заполнена чем-то. Что-то достала оттуда? Тоже такая же коробочка. Кто там? Скрепки.
Вау, это фигурка скелета. И скелетов в этом фильме тоже много было. Это же пират такой. Тоже пират, скелет пирата, да. Ух ты. Вот это да. Он в трусах. В трусах? Да, скелет. Ну, может быть, какая-то одежка у него сохранилась. Она, можно посмотреть? Вот такой скелет пирата. Все у него, главное, у него на голове косынка и меч в руке. Даже какие-то шмётки, одежки у него есть. Держи. Есть еще что-то в каюте капитана? Угу. Еще что-то есть? Да, есть что-то еще. Ну, доставай. А вот я вижу. Куда? Вау, еще такой же, да, сюрпризик? Что ж там такое, интересно? Акула. А, это призрачная акула или акула-призрак. Ну что, акула? Да. Страшная? Да. Зубатая? Да. Вот такая вот акула-призрак. Полупрозрачная. На зомби похожа больше, акула-зомби. Ну вот. Зубы. Да, вот эта вот акула, призрак, была в последней части. Пираты Карибского моря 5. Так, есть еще что-то у тебя в корабле да. пиратском? Да, да, да. В каюте капитана. Хоть еще что-то достать. О, это тачки Молния Маквин. Третья часть. Что-то там интересное. Того, чего у тебя еще нет. Это новые машинки. Посмотри, видишь на коробку? На коробку. Ой. Это новые машинки. Ага. Классная машинка? Такой не было у тебя? Не было. Получается, предыдущие модели из этой серии были вот такие, а теперь вышли другие машинки. Вот такая вот коллекция. И нам, получается, попалась вот эта машинка. Рамон. Она вот. Пробьется. Вот такая машинка. Рамон. Ух ты, усики какие у него. Котя, ты знаешь, что еще на корабле есть трюм? А в трюме обычно хранят сокровища. Где у нас есть у нас трюм в корабле? Вот там. Это пушка. Стреляет она? Покажи, как пушка стреляет. Опа! Да, наша пушка стреляет. На носу корабля трюм. А в трюме... Ой, там тоже что-то есть. Что это такое-то? Доставай все. Котя, я вижу золото. Вижу золото, доставай. Ох ты, так это целое пиратское сокровище, груда. Вот, золотые монеты. Это суперменти. Да, а это фигурки из Дзум-Дзум. Угу. А что у тебя там еще есть? Всякое пиратское барахло там у тебя. А ну сейчас потрусим. Вау, карта, ну да. Что мы еще пиратам делать? Какие-то еще монеты другие. Какие-то бриллиантики там. Да? Алмазики. Резали. Высыпай. Ой, тирана высыпай. Ну, это ж вкладыш. Да. Ой. Ух ты, что это там такое? Это шахта, блядь, на уху. Каждая еще упакована в свою упаковочку. И каждую еще тоже надо открывать, да? Да. Фигурка. Вот, вот она новая, да. Такая, вот такое лицо. Звезда впереди. Марвел. Дзум-дзум. Но Марвел это супергерой, правильно? Вот они. Вот она наша Нова. Или он, она, не знаю. Вот. Вот такие фигурки. Трех размеров. Это... Большой, средний и маленький. Можно выстраивать в такой ряд их. Вот. Давай нашего достанем, посмотрим. Он сидит. Он так вышует.
И тут он пират. Наверное. Я не знаю такого супергероя, честно. Я вот знаю Халка там. Что у нас, кто у нас там есть еще? Спайдермен есть. Капитан Америка. Вот. А вот это я даже не знаю, кто это. А ну дай посмотри. Значит, он вот так, да? И вот так, да, сидит, на, как на волне, да, какой-то? На волнишке. Ну, вот такие тебе сюрпризы. А как Тома Квин и супергерои попали на пиратский корабль, Котя, ты знаешь? Нет? Какая самая классная фигурка? Вот такая. Акула? Да. Кракен, молодой Джек Воробей, Барбоса, пират-призрак, Джек Воробей, Салазар, скелет, акула-призрак. А это вся коллекция фигурок пираты Карибского моря. Пиратское золото. Пробуем? Попробуем! Да, вкусная. М-м-м. Пиратское золото вкусное, да? Угу. Итак, Марвел, Цум Цум, третья серия. У нас Нова, Лизард есть, Халк такой вот. И еще какой-то Дракс, что ли. Ну, такой подставочки. Халк в такой вот пещере в такой, из кирпичиков. А Лизард живет в такой трубе со слизью. Такие фигурки. Также вся наша коллекция мини-машинок Стачек 3. Рамон нам попался сегодня, Шериф, Чика Хикс, Луиджи, Мэттер, потом у нас Маквин, потом у нас идет Уэзер, Крус Рамирес и Шторм. Ну вот, такие машинки у нас есть. Скажешь всем пока-пока? Пока-пока! Ты занят и ты играешься, да? Ну хорошо, все, пока-пока!